Всем привет, с вами Зипзап ТВ. Сегодня мы берем интервью у нашего игрока Руслан Хацукой Халимов, исполняющий роль Хардлайнер. Всем привет. Вопрос такой: как вы попали в нашу команду? Ну как, катал я папочки примерно 2-3 года, решил с другом сделать команду. Предложил ему свою идею, друг согласился. Подобрали мы игроков, тестили их. Ну, были у нас ошибки и в плане игры, а то, что кто-то там не мог, кто-то что-то там, какие-то проблемы у них были. Вот мы и разошлись из-за этого. Вот примерно полгода спустя вот мой друг нашел команду, вступил в нее, играл в роли сапа. Потом оказалось, в команде нужен был хардлайнер, и он рассказал про меня. Меня пригласили туда в роли стендин. Я хорошо себя показал и оказался в основе. Вот так. Хорошо. Скоро у вас будет первый турнир GGS. Как вы готовитесь к турниру и готовы вы себя показать на полную силу? Ну, вот сейчас тренируемся все. Играю сейчас пабы, стараюсь поднять свой личный скилл. Иногда в пасе гоняюсь с кем-нибудь. Ну, готов я примерно 80%. Сейчас последние дни и стараюсь больше... Ну, в последние дни сейчас стараюсь уделить больше времени в доте. Чем мы собираемся? В пати гоняем. Ну как, с командой я вижусь там часто. Продумываем мы разные пики, связки. Вот. Еще порадовало меня новый патч. Теперь можно там делать отводы в харде. Вот это вот. Приятно. Хорошо. Теперь последний вопрос. Как вы думаете, готова ли команда проявить себя и показать всю свою силу на турнире? Думаю, то, что готово, то, что мы сыграны уже примерно, ну, больше 4-5 месяцев, ну, примерно вот столько мы уже играем, уже привыкли друг к другу, вот сыгрались, я думаю, пики у нас уже есть. Думаю, то, что сможем проявить себя на турнире. Хорошо, спасибо. С вами был Зипзап ТВ и игрок нашей тимы Руслан Халимов Хацукой. До скорого. Всем удачи, ребят.